Самая масштабная проверка цифровой грамотности в России возвращается. С 29 сентября по 15 октября пройдет всероссийская акция «Цифровой диктант». Организаторы – Российская ассоциация электронных коммуникаций, автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» и Народный фронт при поддержке Минцифры России. Цель – поддержать федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Диктант будет состоять из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий. Для детей 7-13 лет, подростков 14-17 лет, взрослых 18-59 лет и людей старшего возраста. Каждое тестирование включает 4 смысловых блока. Первый посвящен основам цифрового потребления, а именно знаниям различных устройств и базовых программ и приложений. Второй – цифровым компетенциям, работе с соцсетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. Третий – цифровой безопасности. Четвертый – дополнительный блок о новых технологиях.